Хочу, кстати, напомнить, что Екатерина Король была замечена неоднократно во лжи. Вот, говоря о том, что она не брала 400 тысяч венца, что у них не было половой связи. Это не первое. Это... Второй момент меня, конечно, очень удивляет. Знаешь, вот, что не сходится? Кать, не сходится то, что когда ты выходила на предвариловку, ты постоянно кричала о том, что мне нужен мужик, я буду его трахать. Вот я дословно говорю то, что ты говорила, когда выходила на предвариловку. Я буду его трахать, я оседлаю его, этого слабака, для кого я сиси делала, понимаешь? Сейчас, друг, в какой момент или в какую часть тела влетела какая-то маленькая фея в тебя, размахивающая волшебной палкой и бьющая тебе по мозгу, чтобы тот выдавал информацию, что ты стала нежной, недотрогой. Она так соблазняла. Что за кого соблазняла? Мужчина, что за история? Вот это крест-накрест, вот эти руки от груди. Ты для кого их делала, Кать? Для кого ты бережешь себя. Батутики эти? Где? Для себя, понял? В Геленджике бы дети, для чтобы себя, дети не заплывали в лагере пионерской. Для себя, понял, Кузин, то, что у тебя ко мне особая любовь, я это заметила давно. Не надо. Все, я ребят, заметила это я давно. Хочу сказать, кроме да. негатива, ты никогда да, ничего положительного не сказал. Нет, опять я, говорит, негатив говорю, значит. Молодец, хорошо. А, значит, Денис. Пусть позитив скажет. Хорошо, позитив скажу. Нет, Денис, ты давай красавец. Другого спросим. Ну, давай скажу за Дениса, просто я. Есть человек, который может сказать позитив, это Рапунцель, например. Ну, ладно. Как вот, научи, пожалуйста, Катю быть раскрепощенной женщиной. Нет, ну так дело не пойдет. Нет, я не буду комментировать. Не буду отвечать. Конечно, она ответит. Я очень скромная девушка, порядочная. Да, ты учитель английского языка, всю жизнь работала, вообще не знаю, зачем я тебе этот вопрос задала. Действительно. Венцеслав.